Привет, мои хорошие, привет, мои друзья. Мы находимся в светофоре в городе Новосибирске. Давайте посмотрим, что нам интересно здесь предлагают. Так, смотрите, сорти лимон. Универсальное чистящее средство. Не содержит хлор. Уже не будем задыхаться. Уже хорошо. Отлично. Так, и цена у нас 18-19 рублей, 400 миллиграмм. Почему бы и нет? Так, антинакипин. Так. И для стиралок можно. Ну, только для стиралок, да? Я никогда этим не пользовалась, честно говоря, даже не знаю, как им что делается. Так, 500 миллиграмм, 32,90. Вот смотрите, какую штучку я нашла. Вот это точно хорошее, я думаю. Средство для труб. Растворяет волосы, жир. Безопасен для труб и удаляет запахи. Я представляю, какая там штука, какая там зараза-то. Растворяет даже волосы. Хотя я даже не знаю, что там может быть-то. Сейчас цену глянем. Стоит 29,90. 300 миллиграмм. Так. Ну, это, наверное, надо в перчатках все это проделать, потому что почитать можно. Я думаю, что это небезопасно. Надо, конечно, такие штучки аккуратнее. Слушайте, белизна. Таблеточками 30 штучек. Отбеливает ткани, устраняет запахи. Очищает от грязи. Во как. Я в жидком виде это видела, а в таблетках нет. 67 рублей. Слушайте, ну... Вот так удобно, кстати. Ничего себе. Что только не придумать. Ну, отлично. Ну вот. Мистер Протер. Наш любимый. Мы любим пол мыть им. Лично я мою. Мне нравится. Там надо чуть-чуть добавлять и все. Всяко дешевле стоит. 69,90. Вот. Океанская свежесть. Отлично. Так, вот смотрите, утенок. Чистит, освежает. Лимон, санитарный гель. Вот все можно, пожалуйста. Чистите раковины, унитазы, все подряд. 27 рублей. Вообще отличненько. Тем более это гель, это не жидкость. Ее надолго хватит. Отличненько. Вот. Пожалуйста. Тоже типа стеклоочистителя. Но здесь можно и фужеры мыть, и все подряд. Фарфор тоже недорого стоит. Я уже посмотрела. 38,90. 750 миллилитров. Стеклоочиститель. Тоже огромный-огромный выбор. Антижир для кухни. Вот это штучки хорошие. Я люблю. Удобные упаковочки. И цена прекрасная. Антижир 34,90. Здесь все нарисованы микроволновки и печки, сковородки, все, что хочешь, все можно отмыть. Отличненько. Вот, устраняет.
Так, и вот смотрите, еще нашла антижир. Кто какую из вас брал, вот такую или такую? По ценнику они не сильно отличаются. Это 41 рубль, это 34 рубля. Ну как не сильно отличается, но все равно. Может, какой-то из них лучше. Вы мне скажите, какой лучше. Кто знает. О, мыло Дуру. Лаванда. Запах хороший. Хороший, правда, запах. Раньше, как он появился, помню, у нас в России, так все скупали его. 42,90. Сейчас, пожалуйста, все есть. Мыло всякое разное есть. Так. Вот, мыло банно с ароматом хвои. Чуть-чуть надо, это вообще классно. Я люблю такие с запахом. 20 рублей. Отлично. Наша российская. Твердая банна кусковая. 200 грамм. Так, вот. Средство хорошее. Кто брал, говорите. Чистит, убивает микробы. Раковины моют, ванны, душевые кабины, унитазы, биде, краны. Все, что хочешь. 750 миллиграмм. А цена-то вообще еще ниже, чем в фикс-прайсе. Красота, правда же? Так, вот бритвенные системы. Вот. 21 кассета, 3 лезвия. 180 рублей стоит. Так, это что? О, понятно. Сейчас мы посмотрим. Так, крем-бальзам. После загара его наносят. И для сухой кожи, кстати, он тоже хорошо. 150 миллилитров. Стоит 50 рублей. Ну, отличненько. Так. Крем для рук и ногтей комплексный. С экстрактом манго. Называется Маруся. Такой я вообще ни разу не брала. Кто брал, скажите, подскажите нам. Сейчас мы ценник глянем с вами. 44 рубля. 280 миллиграмм с дозатором. Очень удобно. Нажал и все. Ну ладно, мой хороший. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Всем мира и добра.